Итак, передвижные мобильные комплексы колесили по региону с 22 мая по 14 июня. За это время медики посетили 23 населенных пункта. В день принимали в среднем по 300 пациентов, а в целом за время работы осмотрели около 6500 взрослых и 314 детей. Люди приходили на обследование, дабы узнать о состоянии своего здоровья, ну и, конечно же, получить квалифицированную консультацию и помощь. Так вот, медиками за это время выявлено 266 заболеваний. И вот сейчас посмотрим на список самых частых. Итак, 42 онкопатологии, 51 болезнь глаза и лидируют в этом списке болезни органов кровообращения, 56. Вот такая цифра. В рамках работы передвижного комплекса, конечно же, проводились диагностические и лабораторные исследования. И сейчас посмотрим на все в цифрах и картинках. В общей сложности 12 700 исследований провели. Это общая цифра. В этом числе 12 000 для взрослых и, соответственно, 700 исследований для детей. Спектр услуг был широким. Это и ЭКГ, и УЗИ, и флюорография, и анализы крови, например, тоже можно было сдать. А еще 114 жителей региона в течение этого года будут приглашены в федеральные клиники для оказания им высокотехнологической медицинской помощи.